Совсем еще юная, но уже прославленная гимнастка Дарья Куклина показывает свое мастерство маленьким сахалинкам. Девушка неоднократно становилась победительницей престижных мировых соревнований, и ей есть что передать пришедшим. Дети есть те, у которых горят глаза и на которых вообще приятно посмотреть, которые схватывают каждое слово. Есть те, которые чуть менее активны, нет большой конкуренции. Поэтому, конечно, большая цель тут была вообще как-то вдохновить, зарядить, показать больше там какой-то гимнастики, которую они имеют редко возможность видеть. Лидия Столярова начала заниматься сравнительно недавно, но уже дважды побеждала на внутренних соревнованиях. Именитая наставница пришлась девочке по душе. Строгая внешне, но добрая внутри. Учит не только технике выполнения упражнений, но и рассказывает, что нужно делать, чтобы собраться с силами в ответственный момент и выступить на золотую медаль. У нее очень характер строгий. Когда она тебе в глаза смотрит, сразу прям дрожь по коленкам, хочется затянуться, улыбаться ей. Эстетическая гимнастика – сравнительно молодой вид спорта. В программу Олимпийских игр пока не входит, но все идет к тому, что скоро мы будем болеть за спортсменок, выступающих в этом виде гимнастики. Это вид спорта, которым девочки занимаются без предмета. То есть, если в художественной гимнастике это мячи, булавы, обручи и ленты, то в нашем виде спорта предмета нет вообще. Плюс художественная гимнастика – это одиночный вид спорта, то есть каждая девочка выступает лично. То эстетическая гимнастика – это командный вид спорта. То есть девочки выступают в командах от 6 человек до 14 на ковре единовременно. Несмотря на удаленность Сахалина от Москвы, наши гимнастки принимают участие в крупных всероссийских соревнованиях. Пока грандиозных успехов не было, но тренеры надеются, что со временем имена островных девушек узнает весь спортивный мир. Евгений Коньков, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ.